Мы посмотрели, как отстоял пластик. Действительно, стойкость его достаточно высокая, но тут нужно делать поправку, что в зимний период при уборке улицы скребками повреждается в том числе частично и термопластик. Но тем не менее, опять же, если вы обратите внимание, значит, та разметка, которая выполнена термопластиком, она до сих пор присутствует, она видна, в отличие от разметки краской, которая за зиму практически вся ушла. Поэтому считаем, что эксперимент и опыт он достаточно положительный, и будем продолжать использовать термопластик, но опять же с таким подходом, только там, где это необходимо, там, где это нагруженные участки магистрали.